надо ли вообще Ислыч трогать? Или достаточно вот этих шестерых наказать? Мне кажется, это неправильно, потому что, ну, как тут сравнить? Вот идет отряд в разведку, и трое-четверо там предают всех. Ну, разве командир, который набирал людей и готов с ними идти в разведку, разве он в этом не виноват? Он тоже делит ответственность. Поэтому... Но это опять-таки вот этот вопрос коллективной ответственности, которую все решали перед Олимпийским. То есть персональная ответственность или коллективная ответственность? Ну, коллективная, не коллективная, но в футболе, опять же, есть вот какая-то практика. Вот плохо ведут себя болельщики на стадионе. Да, клуб наказывает. Клуб наказывает. Так если игроки ведут, почему плохо себя? Причем совершают, наверное, самое страшное преступление, которое возможно в футболе. Разве клуб не надо наказывать? То есть мне кажется, что клуб наказывать надо. Вот как?